уничтожающий бедных и защищающий богатых. Одним словом, позорный. Так депутаты Верховной Рады охарактеризовали бюджет Украины на следующий год, который сами же и приняли. Баталии в зале заседания продолжались 18 часов. Главный финансовый документ удалось утвердить только под утро, причем с минимальным перевесом в голосах. Поддержать проект отказались даже некоторые участники правящей коалиции. Бюджет был принят под давлением Международного валютного фонда, который в противном случае грозил перекрыть кредитование Украины. Эксперты же указывают на то, что многие параметры документа нереалистичны, и он фактически законодательно закрепляет состояние нищеты украинцев. В любом случае, исполнять бюджет предстоит правительству, а его, как сказал по итогам заседания спикер Рады Владимир Гройсман, необходимо переформатировать.